я представлюсь. Я Николас фон Менц, режиссер игрового кино, писатель-сценарист, актер с исполнением трюков, специалист-консультант, постановщик, разработчик, ну, пропустим это, скажем так, художник по костюму в стиле, вот, точнее, в персонаже «Человек с оружием». И где бы ты ни работал, даже если ты работаешь, там, не знаю, грузчиком, все равно ты ходишь и в тайне думаешь, а вот я хотел бы снять свой фильм – кстати, было даже пару раз, работал на театральной сцене, меня приглашали в театр, но я уже тогда понимал, что я не театрал, а сложившийся киношник. У меня на руках есть документ, прошнурованный 25 января 2010 года, сценария про Древний Египет, который по сюжету происходит год, проходит год. Я, соответственно, по этому сценарию ввел представителей иной цивилизации, с айфонами, смартфонами. Там. Если бы Достоевский жил бы, допустим, в, 20, ну я не говорю в 21-м, даже в 20 веке, возможно, бы он тоже снимал бы кино. И спустя год все заканчивается революцией, в которой революционеры, следите за руками, используют в качестве оружия социальные сети и интернет. Раскольников, молодой человек, Ходит в слегка потрепанной одежде, немножко хиповатой, с растительностью на лице. Он бросил уни университет и живет на случайные заработки. И, соответственно, я, естественно, стал ходить по всяким продюсерам, все смотрели, сказали, ну, эта вещь там, слишком смелая. Мама ему пишет: у них большие неприятности, связанные они с тем, что они взяли кредит микрофинансовой организации. И теперь коллекторы требуют с них проценты. В августе 2010 -го года сюда приезжал Амар Муса. Он ну, это египетский политик, бывший э, лидер Лиги арабских стран. Каким-то образом его сестра познакомилась с депутатом Лужином. Лужин, что интересно, живет... Петербурге. Лужин намного ее старше, и да и на самом деле она его не любит, этого Лужина, но есть вариант выйти ей замуж за этого депутата, чтобы он покрыл им долги микрофинансовой организации, иначе есть угроза того, что они просто могут остаться на улице. И Миша там потянул руку и сказал, господин Амур Муса, разрешите вопрос. А вот у нас есть, есть у меня коллега, он написал, так сказать, трагикомедийную такую пародию на историю, якобы произошедшей в Древнем Египте, и он тут предсказал революцию. У вас там революция-то не, не намечается, а то у вас тут 20 лет авторитарный лидер у, у власти. И сами ноги его ведут к этой проценщице, потому что просто ну, нет больше источников, где он может взять денег. По дороге он замышляет... План, что ну, вот пойти на такой грех и убить вот эту старуху. Ну просто нет у человека другого варианта. На что господин Муса развел руками, и сказ... улыбнулся и сказал: Ну, всякое, конечно, может быть, но у нас все стабильно, у нас все хорошо, и в ближайшее время ничего не будет. Когда он поднимается к ней, он думает, так ха, он собрался идти к этой старухе, он хочет ее убить. А у него даже с собой нету не то, что пистолета, даже нету ножа. Чем он будет ее, простите, голыми руками? Ну и, соответственно, 25 января 2011 года мне утром позвонили из Египта. Человек, который там сидел и читал сценарий, сказал, новости посмотри. Здравствуйте, Нострадамус. Все сбылось. День в день и час в час. И в этот момент он видит, что на лестнице проходят ремонтные работы. Что-то там красят, что-то чинят, что-то там дом старый, где-то надо что-то переколоть, подколоть. И работают два узбека. У них в, в, в сторонке лежит топор. При этом вот вся ситуация с отношениями между Россией и Украиной, конечно, там была спародирована, перенесена, а у власти был еще Янукович. А там прям в сценарии было предсказано его свержение, Майдан, ну и дальше война, все там это было описано. Есть неумолимая, даже печальная статистика, что вот, грубо говоря, в среднем группа киновыпускников, это 15 человек, вот только один, благодаря каким-то там связям, неимоверным телодвижениям, работает в кино. Остальные из кино вылетают практически навсегда, либо на долгие годы. Вот и то, который попал в кино, он будет в основном кем? Подай, принеси, иди на. Ему ничего больше не доверят. «Ну и сколько тебе надо? Ну а сколько вы сможете дать?» Начал разговор Раскольников. Старушка поворачивается к нему затылком, в этот момент он наносит ей удар. Старушка падает от одного удара, но Раскольников не уверен, что он ее убил этим ударом, и он ей наносит ей еще два удара. Этот проект потенциально имеет колоссальную коммерческую выгоду. Потому что до сих пор, что бы там ни говорили, хотя мы живем в век, когда все спорят, переселит миллион человек Илон Маск на Марс или нет, тиражи Нострадамуса и прочих людей со сбывшимися пророчествами превосходят всю научную литературу, научно-популярную, вместе взятую. Напихав полный карманы денег, вот, он аккуратно выходит из квартиры, Узбеки ничего не замечают, продолжая ремонтировать подъезд. 17 лет в кино. У тебя что-нибудь свое есть? Нет, а чем ты занимаешься? А беру микрофон и кричу. Массовка вправо, массовка влево. И вот так все 17 лет. В пару шагах от дома находится кафе. Раскольников заходит в это кафе, но это дневное время, там никого нету. У стойки бара стоит какой-то мужик и подтягивает дешевое пиво. Раскольников подходит к, стой, к стойке бара, виски, пожалуйста, да покрепче. Потом посмотрел на несчастного мужика, который это цедит пиво, и ему тоже налейте. Продюсерская фирма известная запрашивает мой сценарий, который получил уже премию. Меня вообще Фред зовут представляется Раскольников. А меня Сергей представился ему мужик. Ой, не, блин, это... Вот. А можно ли поменять? А можно ли пойти на цензуру? И я сказал, что нет. Ну, какая может быть цензура у сбывшегося пророчества – это раз. А во-вторых, это моя жизнь. А что ты меня решил угостить? – спросил его мужик. Да так, э, премию получил. Нет имени, потому что нет денег и возможностей. А возможностей и денег нет, потому что имени. И вот этот замкнутый круг будет вас преследовать годами. Из которого выхода практически нет никакого. Мармеладов вышел. Раскольников допи допивал свои виски, как он услышал скрежет торм тормозов машины. Выскочив, он увидел, что Мармеладов ли лежит под колесами. Я с многими людьми общаюсь, кто закончил киновузы, кто мечтал, кто радовал своих преподавателей, которые смотрели работу и говорят, ах, да он же мир перевернет, ах, да он же себя покажет! Показал, он лежит пьяный под забором. Вот все, что он показал миру, это свою блевотину после очередной дозы водки. Раскольников приехал с Мармеладовым в больницу, вот в больницу. Пока они ехали у Мармеладова раздался звонок по телефону. Раскольников решил ответить сам, так как он видел, что Мармеладов уже не может даже говорить. Он взял трубку. Там было написано Соня. Алло, здравствуйте, сказал ей Раскольников вы меня не знаете, вы знаете, тут просто с вашим папой не, не Вот, и потом мне сказали, что он кинопродюсер, и он э, ставил стоял у истоков дома 2, он взял этот сценарий, прочитал, сказал, что это да, это шедевр, это гениально, значит, я пойду к директору Ленфильма. Она была красивой девушкой, но она была не стандартной, скажем так. У нее были афрокосички, тат, туировки, пирсинг, и ее одежда была слегка вызывающей. По ней было несложно догадаться, чем она занимается. По крайней мере, пусть не каждый день, но довольно часто. Ну и каково же было мое удивление, как сказали, да, особенно если тот, кто меня наградил, значит, готов будет позвонить и подтянуть одну из своих звезд, значит, знакомых голливудских, то все отлично значит, все это может прокатить. Но, как мне потом позвонили и сказали, из-за распри в общественном совете Ленфильма, при том, что было даже выделение денег, эта история, так сказать, попала между молотом и наковальней. Ну, сказал Фред, вот здесь есть кафе неплохое, вегетарианское. Соня сразу оживилась. О, ты тоже любишь вегетарианскую еду? Да. Фред слегка наврал сразу скажу, это жуткое болото. Бульвиная доля находящихся там продюсеров, это неадекваты, живущие в каком-то собственном мирке, законченные балаболы, которые считают, что они процветают, но когда с ними встречаешься, выясняется, что у него даже 100 рублей нет из кофемата взять стаканчик кофе. Слушай, потом сказала ему Соня, когда они уже доели, тут неподалеку есть хата, а что за хата? Напрягся Фред. Ну, вообще ее салоном называют. Ну, так вообще то салоном, то хатой. Ну я хатой называю. Юрий Гальцев, э -э -э мой хороший друг и товарищ, ему очень понравился этот сценарий. Он много куда с этой историей ходил. Тоже. Вот как в стену. Как в стену. Как рыбооблет. В скорости из комнаты показалась какая-то девица. А Соня, при привет! Девица была чем-то немножко тоже похожа на Соню. Тоже вся рас, растрепанная, слегка даже не вся в одежде. Ну, скажем так. Вот. Ты уже освободилась, сказал ей Соня. Да, 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 уже, уже все. Давай...» Это некие молодые дамочки. Лет, как правило, 25-30. Их легко узнать. Тоже абсолютно неадекватные. Многие из них крайне агрессивны. Практически все, кого я видел, ну, явно нуждаются в помощи психиатра, либо сбежали с психиатрии. То есть у них у всех проблемы с головой. Начиная разговор, они тут же начинают давить, хамить, чуть ли не с разбега прыгать на шею. Даже уже, как говорится, разговора нет конкретного о чем, но уже от них слышишь о том, что ты мой раб, ты моя собственность, ты будешь делать то, что я скажу. Ага, сейчас. Более того, всегда в разговоре они представляются как мега-продюсер. Вот почему-то они очень обожают это слово. Когда спрашиваю, мегапродюсер, а что у тебя за плечами? Хотя бы один, извиняюсь за выражение, дерьмосериал есть? Да ничего нет. Окна были зашторены наглухо. Посреди комнаты стояла большая кровать. В углу висела вешалка. Вешалка была поломанная, и на ней висел какой-то свитер. Ну, что сказала Соня Фреду? Может быть, ты вернешь меня к жизни? Это вот одна категория. Вторая, вот как бы сказать. Ну, ребята, упаси вас выше с ними встречаться. Это, скажем откровенные уголовники. После того, как вы свяжетесь с такими продюсерами, вы потеряете не только все имущество, вы еще потеряете свободу. И окажетесь по уши в непонятно откуда взявшихся долгах. На вас сразу откроют два уголовных дела. Это мошенничество и расхищение. От такого предложения, разумеется, уйти он не мог. Конечно, сказал Фред, ты мне сразу очень понравилась, как только я тебя увидел. Просто подумал, что место, конечно, не очень подходящее, чтобы знакомиться в больнице. Какая разница, где знакомиться, сказала Соня. Важно, чтобы результат был. Ведя переговоры с разными людьми, я прикладывал, вот, пожалуйста, вот Гальцев, фотосессия в костюмах этого фильма. Уже костюмы были пошиты. Вот Андрей Львович Ургант, Иван Иванович Краско, так сказать, вот, который стал моим так сказать, духовным отцом благодаря этому проекту мы с ним сдружились. А те, кто находится вот с этой стороны этой индустрии, которые ее реально делают, у них одно отношение и четкий вородораздел у тех, кто финансирует и принимает решения. Соня уже была практически без одежды. Ну давай ты быстрее, я все огорю, что ты там возишься. А может мы хотя бы свет погасим, сказал Фред. Да он где-то включается со стороны коридора, никто не знает точно где, а потом не надо здесь ничего гасить, то тогда вообще темно будет. Я, я, я не то, что тебе я себя не, не увижу, сказала Соня и за, за, ха, захохотала. Смех у нее был звонкий и очень приятный. Фред снял свой длинный плащ, набитый деньгами. Он повесил его на поломанную вешалку и зачем-то прикрыл сверху свитером. Видимо, так будет надежнее, чтобы деньги не пропали. Когда э, люди узнают о моих вот достижениях о том, что я с этой историей связан, э, тоже задают вопрос: а почему? О, о кстати, слушайте, а почему вот ваши сцены не берут, а снимают всякое дерьмо? Они предались страсти. Естественно, я с этим заходил в Египет, потому что серьезные люди включились, перевели сценарий на арабский. Страсть прошла быстро, плащ был на месте. Соответственно, мой человек мой, в Египте подходил, встречался с ключевыми фигурами. Вот. И, ну вот, подход такой. Давай... Ну, если так по-простому, мы можем решить этот вопрос на... при 50% откате. А, на что у меня тут же текут слезы и говорю, ребята, почитайте вот этот кусок сценария. Да что же вы уже его играете-то, этот фильм? Они уже, они его играют. Вот это страница номер 25, кадр с 37 по 46. И даже, даже процент отката такой же. Ну вот, Фред был на седьмом небе отчасти. Он понял, что все женщины, которые были до этого до Сони, это было все не то. Приносишь ты материал. Ну вот как бы все. Продюсер на тебя смотрит, смотрит смотри, с ламиной, потом бакровеет. Становится боевую стойку. И начинает в тебя плевать. Да ты идиот, да ты придурок, да ты пип, пип и так далее. Еще раз пип. Да ты знаешь, сколько у вас таких пипк? Ко мне шляются, да если бы мне по копейке давали за каждого из вас, пим, я бы уже давно миллиардером был. Поэтому что, пим, и близко тебя тут, пим, и так далее. А ты еще со мной встретишься, спросил Фред. Ну, если ты хочешь, то конечно. Конечно, я хочу. Фред посмотрел на свой длинный плащ. Может быть, сейчас Соня потребует с него денег или нам намекнет. Но Соня ничего ему не намекала, ничего не опросила. Они обменялись телефонами, и Фред пошел домой. И не вздумайте себя казнить. Это не означает, что вы бездарь и идиот. Вы просто нашли не своего продюсера. Дорогая мама, отправил мне послание. Я не советую вам связываться с служенным. Деньги я вам дам, и вы сможете покрыть все свои долги. Это известный психологический прием. Уверить в том, что вы бездарь, тупица, непонятно, таким местом получивший диплом. А тем временем у нас же как бы все материалы, которые вы дали или прислали, они не возвращаются, не рецензируются. Это диплом, отправля... Фу, диплом. Это сценарий отправляется своему человеку. Он переписывается. У вас дело было в Африке, стало в Америке. Главного героя звали Петя, а он теперь будет Вася. Все, это уже не ваш сценарий. Все, у вас его отжали. Лужин приглашает нас в Санкт-Петербург. Оплатил нам билеты на поезд и гостиницу. И поэтому через три дня мы приедем это будет очень хорошая возможность повидаться с тобой. Если у тебя действительно есть такая возможность, то тогда и передашь мне деньги. Твоя мама и сестра. Кстати, может быть я расскажу сюжет этого произведения? Это о парне, который приходит из армии, египетской армии. Домой он видит, что посетили вот сошедшие значит, страну, оставили кучу разных изобретений. И вот, казалось бы, жизнь должна улучшиться. О, у нас теперь есть айфоны. О, у нас есть теперь машины. О, у нас есть теперь то, у нас есть по себе все. Вот, говорит система. Но система осталась та же. Вот, говорит система. Нифига. тебе, Разумихин, будет одна просьба. Какая просьба, Фред? Тебе надо будет... Короче, ты должен будешь... Пардон. Ты должен будешь... Мою сестру соблазнить, догнать и отодрать. Фред, ты что такое говоришь? Так давайте улучшим жизнь, давайте сделаем так, чтобы коммунальные платежи, ну так, грубо говоря, обнулить. А ему система говорит преждевременно. Это не будет хорошо. В воскресенье Фред отправился на, на вокзал. Он встретил свою маму, свою сестру, проводил их в гостиницу, отдал им денег. Они ему повторили все то же самое, что с Лужином они хотят порвать, но это сделать не столь просто. И сегодня вечером он всех приглашает, он, то есть Лужин, приглашает всех в ресторанчик на Крестовском острове. Фред, разумеется, тоже может пойти, даже может с собой кого-то взять. И он доходит от снизу, он, он думает, что как у нас по нашей русской так сказать, истории, Сталину неправильно докладывали, что надо пойти наверх, так сказать, в федеральный центр и открыть им глаза. Скажите ему, почтальон Печкин, об этом правду. Откройте шарику на это глаза. Ну вот когда он проходит, он понимает, что нет, это не в этом дело. При входе в зал важно стоял Лужин. Пиджак его был расстегнут, живот его был вперед. Мать Фреда снова подошла к лужину и при, при, представила: Это вот мой сын, вот, э, да, это вот э, его университетский товарищ, а это вот э, девушка. Здравствуйте, сказал важно Лужин и протянул руку. Вначале, что интересно, Разумихину, потом уже Раскольникову. Точнее, это была не рука, это было всего какие-то два или три пальца. Я в свое время обращался к одному очень уважаемому много человеку, который занимается прокатом. Я ему сказал, ну вот ты мне, как человек, который в этом крутится, дай совет, как совершить этот старт. Он мне сказал, что старт это проблема, которая непостижима ни для кого. Все ее решают каким-то своим собственным способом. На Соню Лужин вообще не обратил никакого внимания. Когда она прошла, он подозвал своего охранника и сказал ему тихо, но так, чтобы слышала Соня и Фред. «Послушай, а зачем ты сюда пропускаешь проституток? В Чехии я, значит, был тоже, встречался с парочкой министров культуры. Мой это подход, это же коммерческий проект. Я говорю, ребят, вот у вас не было великого шедевра. Ты чего не ешь? Спросил Раскольников у Сони. Не, не могу я. А что? Да здесь он. Тихо, она ему сказала. Кто здесь не понял Раскольников? Мой, мой бывший. Кто? «Ой, мой бывший», – тихо ему сказала Соня. «Как-то раз порекомендовали мне одного тоже известного продюсера. Мол, очень хороший, она двигает, прочее и так далее». Ну, как полагается, я дал ей все документы, презентации, стал ждать. Восемь недель прождал момента аудиенции. Наконец-то мне ее назначили. Ну, я окрыленный думаю, ну, значит, человек ознакомился с материалами. Прикинул, сколько это будет стоить, сколько он на этом заработает, какая территория. Соответственно, то есть, принял положительное решение, и мы уже сейчас будем говорить обо всем. Меня что-то горькое разочарование. Так я хочу вам представить своего старинного друга Перфилова. И он указал в сторону вот этого человека, про которого только что говорила Соня. Вот, видишь, это он. Соня его подтолкнула. Это Перфилов, наш Шерлок Холмс. Голландский режиссер. Очень милый человек, не знающий русского языка уговорил э, свою знакомую перевести ему э, э, этот сценарий. Несколько дней он отложил все свои дела, он по другому поводу приезжал в Питер. И она сидела, ему переводила, и он это все зачарованно слушал, и сказал, я хочу встретиться с этим человеком, я хочу экранизировать это кино. Ну, конечно, насчет Шерлока Холмса это Петр Петрович не МНОшка перестарался. Мы тоже не Шерлоки Холмс, мы обычные следователи. «Ой, бывший следователь?» – тихо спросил Раскольников Соню. Она молча кивнула. Он приходит ко мне, мы с ним, Патрик, значит, милый человек, мы с ним сели, и он говорит, знаете, Сергей, вот в вашем сценарии меня особенно вот просто потряс один вот случай, вот в самом начале фильма, просто это такой сильный художественный прием, как вы до него дошли? Я говорю, Патрик, а о чем ты говоришь? Ну вот эта история, когда Человек пришел из армии, спокойно, поспал, утром выходит, идет по улице своего города, никого не трогает, никому не прикасается. А мимо, по другой стороне улицы идут, ну, полицейские, правоохранители, которые бросаются и требуют, скручивают его, и требуют от него показать регистрацию, документ. Я говорю, Патрик, это единственный момент в этом фильме, который совершенно не придуман. Петр Петрович вот сейчас поднимал замечательный тост про Санкт-Петербург, где он говорил о наших великих писателях. И вот вы знаете, недавно произошла одна история, я бы сказал, по Достоевскому. Фред почувствовал, что его ноги прилипли к полу, а руки не держат вилку он схватил, значит, это все дело, ну, вроде как побежал, так сказать, в собственный кинофонд, а, значит, но, ну, опять же, ему не дали денег, потому что сказали, ну, вот эти вот все проблемы, они, ну, нас интересуют другие проблемы. А там нету ведь нетрадиционных каких-то отношений в этом фильме, а, значит, а наша же система голландская, она не борется с человеком, Поэтому наша система голландская вам не даст денег на, на то, что вы хотите показать. У нас была одна женщина, которая была нашим давним агентом. Ох, как интересно. Да, она у нас проходила как старушка-проценщица. Второе, что мне объяснили, это в советском кино или там на Западе. Человек, который, как я, может совмещать несколько. Это был и есть специалист широкого профиля. Они же, истинные арийцы, продвинутые продюсеры, таких чураются, потому что и по их мнению авторитетом, это лошок-недоумок с презрительным клеймом многостаночник. Да, то есть вы понимаете, вот жила старушка, давала деньги под проценты была, и была, значит, убита топором. Боже мой! Раскольников почувствовал, что он опять хочет нырнуть под стол. Боже мой, сказала тетка, при помощи топора какой ужас. А, кто убил? Уже поймали? Да, господа, сказал след, следователь. Пой, поймали мы быстро. Нет, так, это же вся история, она привела к чему? В итоге ведь Союз писателей меня э, за этот сценарий э, принял в свои ряды. А я думал, что вы сейчас расскажете, что ее топором убил Раскольников, сказал едливый мужик, или как? Ну, нет, господа, мы задержали двух узбеков, которые проводили ремонт на ее лестнице. И тут выходит, так сказать, заместитель председателя и говорит: вот в русской литературе в день славянской письменности торжественное заседание ради Назарова. В день, значит, да, в русской литературе был самый великий писатель Лев Николаевич Толстой. А вот сейчас мы вызовем на трибуну Назарова. Я уже напрягся, я почувствовал что-то нехорошее. Вот, говорит, глубина, вот не зря Льва Николаевича во всем мире экранизируют, так сказать, а? он человек вот километр вглубь копнул, после чего он взял театральную полоску. А вот сценарий «Период черная», это даже в литературном плане, это прямо марианская впадина. Ну, я там был готов провалиться сквозь землю. Раскольников почувствовал некое облегчение. Значит, все, все в порядке. Значит, подумали на узбеков. Конечно, их по-своему жалко, бедолаг. Ну, что же делать? Кто-то выиграет, кто-то проигрывает. Вот мы теперь берем третью категорию. Третья категория – это так называемая атмосфера, кого мы назовем небожители. Это Бекмамбетов, это Кончаловский, это Бондарчук. Это вот эта вот вся сфера. Сразу скажу, даже близко не лезьте туда. Вот в этой сфере уже принцип «я от Ивана Ивановича, либо я Иван Иванович» работает на тысячи процентов. Если вы не от Ивана Ивановича и не Иван Иванович, вас на пушечный выстрел не подпустят. Там только свои, только для своих. «Минуточку внимания», — сказал Лужин. «Дорогие гости, в 20 часов у меня будет важный звонок от спикера. Вот мой помощник, — показал он на охранника, — не может найти мой телефон. А я его оставлял в пальто, в прихожей. У нас тут посторонних нету. Скажите, может быть...» Вы его где-то здесь видите? Может быть, я где-то уронил его? Если вы даже будете стоять перед этими людьми, вы пригоните грузовик с концертной аппаратурой и будете во всю орать «Я тут! Я тут!» Да вас не услышат, даже писк комара будет сильнее. На вас будут смотреть и в упор не за, через электронный микроскоп не заметят. Вы для них никто, эфемерная субстанция типа воздуха. Гости стали смотреть под ноги, ничего не видели. «А вы позвоните на номер», — опять сказал въедливый мужик. А, точно, очень хорошая идея. Позвони ко мне, обратился он к своему охраннику. Охранник набрал, гости за, замерли. О, слышите, откуда ты. Э, так это у вас прихожий, сказала тетенька. Да, пожалуйста, при, 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 принеси мне его, обратился он к охраннику. Охранник отправился в прихожую. Он вернулся в зал, в руке у него была сонина, хип, хиповская куртка. Вот отсюда зв... звонок идет. Показал он на ее карман. Даже если ваш проект кому-то понравится, в вашем собственном проекте в лучшем случае вам позволят быть, ну что-то вроде ассистента режиссера. То есть ваш сценарий перепишет какой-то другой сценарист, его будет экранизировать какой-то другой режиссер. А учитывая, что у нас сейчас снимается, будьте готовы, что из вашего проекта из которой было золотым весом, сделать типично россиянскую болевотину, которую никто не будет смотреть. А кто будет виноват? Естественно, вы. Это вы подали плохой материал, а не они его так плохо обработали. А простите, чья это курточка? Это моя, сказ сказала Соня. Девушка, будьте любезны, достаньте мой телефон. Я его туда не клала, а ответила Соня. В Штатах, например. Вот давайте посмотрим, кто двигает Голливуд. Квентин Тарантино, кто он такой? Правильно, это продавец бытовых видеомагнитофонов: Брэд Питт таксист, Брюс Уиллис, бармен, Харрисон Форд, плотник. Ладно, достань этот телефон, сказал он охраннику. Охранник достал его телефон и, и, дал, и, и дал его лужину. Вот что, девушка, уходите отсюда, и чтобы я больше вас не видел здесь. Мне не, мне, мне не нужны воры. Что мы в итоге видим? Таксист, бармен и плотник в компании с продавцом делают мировое кино, которое идет на ура. И что мы видим, когда специалисты, обремененные дипломами, измученные чем-то там интеллектом и так далее, выдают запредельную, извиняюсь за выражение, херню. Раскольников встал во весь рост. Фред, сядь, сказ сказала ему мама. Раскольников хотел сказать, что не Соня воровка, а что партия, в которой находится Лужин, вот это главные воры. Но вспомнив о том, как он ограбил старушку, он не мог так уже сказать. Человека, которого союз писателей сравнил с Толстым, не в пользу Льва Николаевича, ну тяжело так вот отфутболить. Да иди-ка отсюда. Да вы... «Да ваша партия, что мы, что наша партия?» — сказал Лужин. «Да Раскольников, Фред, перестань!» — снова ему сказала мама. «Да вы, как вы можете?» — он показал на Соню. «Вы знаете, вы знаете, это святая девушка, и вообще, и вообще это моя невеста, и моей ноги здесь тоже больше не будет». И если вот Квинтин Тарантино пришел здесь, на наш Ленфилем, Мосфилем. Ему вот задали первый вопрос, а где ты учился? А у кого ты учился? Ах, у тебя диплома нет, ну-ка пошел вон в массовку. Мы с вами были у Лужина. Это следователь. Вы помните меня? Раскольников сразу проснулся. Да, конечно, я помню, сказал Раскольников. Прекрасно. А Соня с вами? Спросил следователь. Нет, Сони нету, сказал Раскольников. Интересно, почему он спрашивает. Готовьтесь, еще раз повторяю, готовьтесь. Мир вас не ждет, вы никому даром не нужны. Никого здесь, ничего от вас не нужно. Мы не могли бы как-нибудь с вами у -у увидеться? Да можно, сказал Раскольников. Раскольников понимал, что если он скажет нет, то получится хуже. Следовательно, наоборот, обратить внимание на то, что он от него бегает. Для того, чтобы о себе заявить. Я написал сам сценарий, прогнал его вот через консультантов, ну, чтобы действительно было жизненно. Собрал случай. Вот скажу, чтобы было понимание, ну, примерно это сценарий одного того же поля ягоды, что и вот Балканский рубеж. Я имею в виду в хорошем смысле. То есть он бы был зрелищным. Я его показал продюсерам, прочим. Львиная доля продюсер, сразу затрясла лапками. Ой, да ты дебютант, да ты никто, да ты ничто. Да здесь же такие деньги по нас. Не, не не мы за это даже не беремся. Мы это даже нюхать не хотим, мы это видеть не хотим, мы это слышать не хотим. Бармен сказал еще такую мне деталь, что вы сунули руку в карман и достали оттуда большую пачку денег. Вы на нее посмотрели, удивленно, как будто это была не ваша пачка, засунули ее обратно, потом сунули руку, руку в другой карман и достали еще большую пачку денег. Ладов в тот момент сам чуть не протрезвел. После этого вы все-таки решили вернуться к первой пачке и заказали виски себе и ему. Появился один какой-то такой, мягко говоря, типчик, который мне сказал: "Ты знаешь, в принципе, здесь что-то есть. Но давай-ка перепишем. У тебя дело происходит в будущем? Нет. Оно должно происходить в сорок первом году в Крыму. У тебя тут кто там взвод рейнджеров какие-то нет. Это будет взвод РКК." и так далее. Обязательно, чтобы были немцы с автоматами в черной форме, обязательно, чтобы были бедные, несчастные и так далее, чтобы обязательно полосатые робы, два зига, черная форма, ну, короче говоря, чем больше, тем лучше. Естественно, я этому человеку объяснил, что я так жестко морально насиловать вот в такой извращенной форме свой проект не собираюсь. И вы ему заказали еще две стопки виски, хотя виски это было самое дорогое, которое находилось в этом баре. Раскольников Практически понял, что следователь знает про него все. Ну, собственно говоря, это вот была большая часть продюсеров. Остались другие, которые по сказали, ты знаешь, а это действительно реальный фильм. Он действительно выстроит, он действительно себя покажет. Это действительно очень хороший материал. Я говорю, ребята, ну если вы так думаете, давайте снимать. После этих слов давайте снимать, все как один куда-то непонятно исчезли. И понимаете, что интересно, бабушка, как показала экспертиза, была убита между. Десятью и десятью 30 утра, в то время как Мармеладов примерно спустя час попадает под машину напротив ее дома. Правда, у нее окна выходили в другую сторону. Ну, это не имеет значения. Вам не кажется это странным, Альфред? Ну, ну да, сказал Раскольников. Это любопытно сразу, вот как, вот так вот как притягивается, да, вот в одно место все. У меня, конечно, сейчас вот нет никаких готовых денег, нет никаких готовых решений, нет никаких для вас готовых предложений, но всегда возникают какие-то возможности, время от времени что-то такое всегда вдруг подкидывают, и, ну, и на Ленфильме бывает такое, и гранты какие-то иногда бывают. В принципе, вот вы о каком бюджете говорите, вот как бы, ну, в 2 миллиона долларов. Евро, рублей, долларов. Раскольников решил пойти в атаку. Но вы, я помню, сказали, что там же каких-то узбеков поймали-то еще там. Этот фильм, Понятно, этот, фильм, нет. этот фильм. Да нет, этот фильм нельзя снять в России. Потому что это настоящее искусство. Да, я говорил про узбеков. Так оно и есть. Узбеки задержаны. Но знаете, что интересно? Узбеки пришли на работу в тот день к 9.30 утра. То есть, как вы понимаете, Альфред, узбеки до этого не работали в этом подъезде. Они пришли в 9.30 утра на работу, и уже в 10 они пошли и, и, значит, убили бабушку. Правильно, вот я общался в свое время с американцами, они сказали, что вы, русские, пока не прекратите цацкаться со своим балетом, со своими классиками вот на таком уровне, вы никогда ничего нового не создадите. Вот понимаете, что и интересно. Проверили мы этих узбеков, ничего у них не нашли из бабушкиных, скажем так, я, извините, а Читая. у вас что, политическая какая-то э, э, сатира или что? Да, политическая сатира про Древний Египет. Ну, но кино про Древний Египет. Понимаете, Раскольников? В этот момент следователь крепко-крепко жал его руку. Эта бабушка, она все-таки, она же бабушка, она же не особенно там на компьютере работала и так далее. Она все в тетрадочку писала: кто к ней пришел, кто сколько у нее денежек взял, какой процент ей заплатил когда деньги вернул, ну и так далее. У нее такая, знаете, своя была бухгалтерия, что называется. Даже было, как-то обратился ко мне какой-то человек, он представился, что в прошлом полковник ВДВ, ныне как бы режиссер, продюсер, он ознакомился с презентацией, он читал литературную версию сценария, ему все очень-очень понравилось. И вот читаем эту тетрадочку, вот я читаю, и там написано, Альфред Раскольников, студент СТБГУ, приходил к ней такого-то числа, взял столько-то денежек, потом вернул, правда? такой-то процентик заплатил, потом спустя пару месяцев снова обратился, снова вернул. И знаете, там стоит зеленая галочка, значит, хороший человек, можно давать дальше. Раскольников пообледнел. Ну, естественно, я спросил, уважаемый, ну, раз так все так хорошо, вы же продюсер, давайте работать, давайте это дело снимать. Тоже после этих слов его как ветром сдуло. Раскольнику казалось, что сейчас следователь просто моргнет глазами, и из этой двери выскочат люди. Выскочат люди, его по... И на него наденут наручники, его повяжут. У вас кино пророчество? Я, я пытаюсь все-таки суть понять. У меня Древний ки... Египет. У меня, Телефоны, ки... у меня кино. Что? У, у меня кино. Про жизнь простого египтянина, напоминающую жизнь, очень напоминающую в современную нашу жизнь. Соответственно, вот идет такая вот аналогия. Вот вы сказали про бабушку что она была вашим, ну, работником, что ли? Ну, не поворачивая головы, ответил следователь. А скажите, Соня, она случайно не ваш, скажем так, работник, не ваш агент? Следователь заулыбался, он резко отпустил руку Раскольникова, от чего Раскольников чуть не упал, и даже как-то по-дружески его хлопнул по спине. Нет, нет, Альфред, Соня, она не наш работник, хотя, конечно, если она была бы нашим работником, она была бы очень полезным человеком для он нас. Доходит до столицы, думает, что он добьется правды, доходит там до правительства, ну условно, выражаясь современным языком, видит, что все полная херня, не не слушает простой народ. Он возвращается домой и беседует с мамой, говорит, ну вот прошел год и все и, и все, вся жизнь пустая, нет, невозможно ничего исправить. Он уходит, то есть прошел год, он уходит. Ему навстречу идут люди, свергайте режим режим египетский, ужасный режим. Он спрашивает, как вы его будете, там силовики, оружие, все дела. Нет. А у нас есть кое-что получше. Пока устроим революцию с телефонами. И пошли свергать дальше. Если отсчитать год от 25 января 2010 года, получается 25 января 2011 года. Именно в этот день, день произошла революция в Египте с сотовыми телефонами. Пытался выйти на небезызвестного Александра Невского. Так как он питерский и так далее, у него есть возможности. То есть с моими сценариями, при тех же бюджетах, которые он спорит, там бы ничего не пришлось, скажем, особо наворачивать. Вполне на те бюджеты можно было сделать далеко неплохие. Он как раз работает в стиле боевика. Моя направленность – это боевая фантастика. То есть вполне бы можно было внести в нее свежую кровь, дать. Ему это не нужно. Он от меня просто отмахнулся. Он подошел к той двери, где он впервые познал Соню. За дверью кто-то находился. Он прислушался. Нет, это была не Соня, это была какая-то другая женщина. Звездные войны и прочие вещи, полностью нарушающие все каноны э, учебников по режиссуре, ну вот автору там, Звездных войн, последних пяти Джеймсов-Бондов. Э, нельзя зачет по режиссуре стать во вгике вот за такие фильмы. Потому что просто вот раз нарушено, два нарушено, три на. Раскольников пошел дальше. Неожиданно из какой-то двери на него выскочил парень. Парень был одет в стиле Махатмы Ганди, но при этом был русским. Ом мани-падмихум сказал ему парень. Раскольников ничего не понял. Что-что, ом Шанти, добавил парень. Мани-мани сказал ему раскольников. Парень заулыбался, он влез в карман, достал какую-то мозилку, напоминающую вазелин. Помажьте свои чакры, сказал ему парень. Я так обтекаемо скажу, кроме Федора Бондарчука, я, в принципе, с, со всеми ключевыми фигурами беседовал, они открывают, смотрят, понимают эту сверхидею, благо, и говорят, либо ты тотально все переписываешь, либо ну, не нужны проблемы. Никого не заинтересовал, никто не хотел поддержать. Они просто, ну, грубо говоря, понимают, что этот фильм станет последним в их карьере так сказать, значит, им придется либо отсюда уезжать, либо... 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 И в Краснокаменской колонии, и в Ковровской там есть я еще много свободных говорю, мест. О, у тебя, я смотрю, третий глаз открылся. Услышал он голос Сони. Раскольников не понял, где Соня, потому что голос, да, носился откуда-то сверху. Он поднял глаза. Соня на каких-то веревках была подвешена к потолку. Она была практически без одежды. «Соня, ты, ты что здесь делаешь?» – спросил Раскольников. «Я медитирую. А почему ты под потолком? Я ищу смысл жизни». «Какой смысл жизни?» – не понял Раскольников. «Фред, это тебе не понять». Понимаешь, когда у тебя в жизни все так плохо и все хреново, приходит мастер и подвешивает тебя к, пот к потолку. И когда ты повисишь, ты потом спускаешься абсолютно новым человеком, и тебе снова хочется жить. Жизнь такая, какую делаешь ты, какой ты формируешь. Если ты дерьмо, соответственно, и рядом будет дерьмо, из тебя будет дерьмо сыпаться, а не шоколад и конфетки. Мы говорим сейчас про кино, это та работа, которую ты делаешь. Так изволь ее делать, не после третьей, не закусывая, а делать как следует, качественно, так, чтобы Взятый у тебя алмаз под конец стал правильно ограненным, безупречным, бриллиантом. А давай я тебя сниму. Нет, Фред, ты что? Не, не надо, ты меня можешь зад, задушить не, не, нечаянно. При слове задушить Фред немножко остановился. В его планы не входило душить Соню после всех его подвигов. Я, конечно, сразу говорю, что вот сразу денег никто никогда не дает. Это совершенно ну, ситуация, как вы сами понимаете. Но! всегда бывают какие-то возможности, там заканчивается год, туда-сюда надо смету закрыть. И если есть уже под рукой хороший, интересный, оригинальный, главный оригинальный проект, то всегда его можно как-то... Конечно, тут нет никаких гарантий, но случаи всегда бывают. И если вдруг так сложится, я с удовольствием буду только рад помочь. Я только что я только что встречался с твоим бывшим, сказал Раскольников. Лицо Сони немножко вытянулось от удивления. Было ясно, что ни с каким следователем она не в сговоре. Она не умела врать. Она на него внимательно посмотрела. Потом спросила: а с каким именно? Я сейчас немножко не понимаю, почему вы говорите, как э, тоже вы говорите, что это какой-то гениальный фильм, пред, предсказание. Я не говорю слово «гениальный». Вы представляете, я буду говорить, что я что-то сделал гениально. Ну это не скромно. Ну я про фильм сейчас говорю, про фильм. Его же еще нет. Будущий гениальный фильм предсказания, а сейчас вы говорите, что всех посадят в тюрьму, как бы что-то я связи не вижу из-за египетскую какую-то историю. А потому что все прекрасно понимают, что это очень условный Египет, а все 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 узнают современную Россию. Ну все по порядку начнем. Значит, почему я так одет? Я как вот договорились представляю проект в образе своего персонажа послушай, Фред, я два года наслушалась всяких его басен, что больше не хочу вообще про него ничего знать. Короче, Соня, сказал Фред. Он говорил, что там два узбека убили старушку. На самом деле это были не узбеки, эту старушку я убил. 70 лет после ядерной войны. Цивилизация на Земле, ну, на поверхности практически уничтожена, но она осталась. Люди живут простейшим примитивным образом жизни. Там конкретный Дикий Запад, то есть ты или тебя? На сегодняшнюю секунду я против приземления этого проекта в России в принципе. То есть должен быть иностранный проект с иностранными, ну, с иностранными исполнителями. Соня на него внимательно посмотрела. Так ты правда во всем можешь мне признаться? Да во всем, во всем, сказал Раскольников. Тогда признайся мне, знаешь в чем? В чем, в чем" спросил Альфред. Скажи, ты все-таки мясо ведь ешь, да? В одном из таких городов бункеров своих неликвидов общества используют в качестве пушечного мяса разведчиков. Берут двоих, одного за 40 лет и молодого, которому он чуть-чуть исполнилось 19 лет. Их экипируют по остаточному принципу, одевают так, чтобы не вызывали подозрения. Ну, то есть это брезентовая одежда, аля горка, там поношенные ботинки. Ну, вот я немножко объясняю, вот коричневая свитер, шапочка вязаная, там перчатки, брезентовое снаряжение. И дают им, причем, это тупой, нож типа НР, финка, и револьвер Наган с тремя комплектами. А вот ты бы, если не ел бы мясо, ты бы не стал убивать об бабушку. А, кстати, а зачем ты ее убил? Судьбу старого мы постепенно показываем, мы не говорим, кто он. Видно, что это тертый калач. Видно, что он тоже со спецподготовкой. То есть это не абы кто. А молодой, это, ну, просто решил поиграть в хакера и попался. По большому счету, для него вот этот поход, это индульгенция. А я был инженером, инноватором таким, не состоявшимся русским Илоном Маском. значит, но ну я не мог состояться, потому что Валентина Ивановна Матвиенко приняла закон, чтобы я не мог работать. Собственно, поэтому я и завершил. Да, 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 да. Дело в том, что город не просто оккупирован этой бандой кочевников-мусорщиков. За ней некоторые странности, а старший их подметил. Во-первых, кочевники-мусорщики все в синтетическом камуфляжном снаряжении. Откуда они его взяли? У многих новое оружие. Откуда? Ты должен сесть в тюрьму. Почему, Соня? Ну, потому что ты должен ответить за свой, за, за свой поступок. Соня, ну я же не хочу в тюрьму садиться. Ну а как ты хотел, Фред? Ты думала об этом, когда ты шел убивать бабушку? Более того, оказывается, этой бандой командует некий шизанутый пастор. Я решил не уходить, так сказать, в такую буквальность. И поэтому я как раз подумал: унесу ка я такое на большое временное географическое расстояние, чтобы вот знаете, есть вот фотография, да, которая все точно, а есть рисунок, который ухватывает вот главные детали. И поэтому я вот так перенес. И вот он узнает в этом же, э, шизанутом пастыре своего бывшего командира, которого он считал, что он убил. Он его не убил, тот выжил. И вот он теперь ведет, эту, вот эта команда огромная, многотысячная армия мусорщиков, она идет с войной на этот город. Даже если ты просидишь один год, это все равно будет для тебя наказание. Ха, один год, сказал Раскольников. Кто же мне даст один год за, за убийство человека? Ну, Альфред, в нашей стране все бывает. В нашей стране можно много людей убить и за это не получить ни одного года. У искусственного разума была своя собственная пехота, это вот эти киборги которые не боятся радиации, которые устойчивы к пуле, химии. Их биохимическое оружие их не возьмет, ничего их не возьмет, они очень крепкие. Киборги это прямо роботы настоящие? Киборги, да, 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 да. да. Человекообразные или просто? Да, человекообразные роботы. Ну, как терминаторы. Ну да, 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 да. У нас же люди будут их отыгрывать. Но это будут люди, да? Это да, я есть, сейчас все вот расскажу, как говорится, просто. по порядку. Вот есть письмо от продюсера Санта-Барбары. Было направлено. А, вот, кстати, да, он в этом письме говорил, что он же Сталлоне, его приятель. Пожалуйста, если вы это дело профинансируете, хотя бы съемки, я договорюсь, что почти бесплатно Сильвестр там сыграет. Ты должен очистить свою карму, сказ сказала ему Соня. Чего я должен очистить, переспросил Раскольников. Свою карму, ответила Соня. Иначе потом ее придется чистить в следующей жизни, а это может быть гораздо хуже. Ну, по поводу фона, кстати, натуру-то где надо снимать, в Египте или в Крыму, или можно, или где вообще? Э -э, натуру, э -э, натуру снимать на э -э, растянутой полосочке зеленой ткани под названием хромакей. И частично компьютерная графика тоже нарисована, и музыка написана, и права на нее зарегистрированы, много чего сделано. Он шел и старался вообще не смотреть на людей. Ему было где-то стыдно смотреть им, им в глаза. Ему казалось, что все люди знают, кто он. А подходя к отделению полиции, какая-то девушка проехала на скейтборде и даже слегка его задела. Но он не обратил внимания на эту девушку. Вдруг он услышал знакомый голос. Привет! Он поднял глаза. На скейтборде была Соня. Я решил тебя проводить, сказала Соня. Да, сказал Раскольников. Спасибо. Пользуясь хитростью, все-таки человек вот этот старый, уже битый. И беспечностью. мусорочков они бегут. Но неудачно бегут. Уже около леса старый понимает, ну, это взрослый, ему не уйти, он ранен, тяжело ранен. Он истекает кровью. Мне кажется, я вас раздражаю. Нет, что. Да. Интересно, наоборот. С большим интересом я вас слушаю Только сразу и много интересного на ее нового. Все новое, хорошо забытое старое. Это, да, безусловно. Тут, конечно, спорит. Мы-то хотим что-то новое показать зрителю. Мы же не хотим показывать ему бесконечные ремейки, которые сейчас показывают. Мы это за оригинальность. Ты меня ждать-то будешь? Раскольников не понял ее вопроса. Как это он ее будет ждать? Она должна его ждать. Буду, конечно, сказал Раскольников. Ну и молодец, я тебя тоже буду ждать. А ты знаешь, Фред, ты когда выйдешь из тюрьмы, мы с тобой обязательно поедем в Узбекистан. Пирамиды показаны там в комическом виде, они не играют роль. Я ушел от очевидного хода показать, что пирамида — это символ. Нет. Молодой же успевает дойти, доходит, рассказывает. Совет изучает информацию, они приходят к выводу только одному. Пока вот эта банда есть, пока не все в сборе, задействовать, передать сигнал на орбитальную платформу и по городу ударить ракетой-носителем с неядерной боеголовкой сверхмощной. Мэр в сомнении. Он долгое время не хочет. Он даже не может себя заставить нажать на кнопку. Надо объяснить немецкому, русскому, американскому политариату, что у него один и общий враг: немецкая, французская, американская, русская буржуазия. Ну вот. Ну, раз по кругу. и туда же, и туда же один к одному. Раскольников находился в камере. Он не очень имел большой авторитет у своих сокамерников, скорее даже он его вообще не имел. Все, искусственный разум уже не полезет, потому что, во-первых, у него нет мяса, его обнаружат, во-вторых, уже планы его известны. Раскольников даже стал привыкать к своей тюремной жизни. Его кормили, а когда он был студентом, он не всегда мог поесть. Он мог читать преступления и наказания, ну, а самый, самый, последний, самый последний кадр какой? Самый последний кадр, что вот сидят эти вот, обсуждают, все хвалят мэра, а он говорит, нет, господа, мы не решили проблему, мы ее только отсрочили. Это сделано специально, чтобы при возможности запустить франшизу. Понятно. Не знаю, как-то не очень, как-то финал-то все-таки требуется, мне кажется, может быть, подумать над ним, как-то все-таки что-то такое, чтобы была какая-то надежда в конце. Однажды его позвали на допрос к следователю. Раскольников был даже рад, что его позвали на допрос, потому что, как он считал, его сиденье немножко подза подзатягивается. Что бы еще такое все-таки хотелось бы мне понять. Я рад, что вы глубоко задумались, коллега. Да, да, спасибо. Я вот сейчас хочу Я вас важное, уже. Самый важный вопрос задать, да. Зритель, на что пойдет смотреть? Зритель пойдет на сбывшееся пророчество, а выйдет... А, секундочку, я еще не. А выйдет и уже он не сможет то, что его окружает, воспринимать, так сказать, уже серьезно, и легитимность этой системы будет аннулирована. Подчеркиваю, я копаю глубоко... Мы, во-первых, показываем очень серьезную психологическую драму. То есть мы показываем отношения, мы показываем вот эту боль, которая накипела старшим. Вот он ему рассказывает, он ему раскрывает глаза, он ему поясняет, объясняет, что здесь творится. То есть вот как бы вот эти розовые очки он снимает. Кстати, о Соне. Значит так, сказал следователь. Она придет к вам на свидание. Как? Да, да, да. Она придет к вам на свидание. И она вам сделает предложение. Какое предложение, понял Раскольников? Ну, обычно предложение делает мужчины» женщинам, но в данном случае будет наоборот. Она вам сделает предложение, чтобы вы стали ее мужем. Сразу говорю, мы дадим согласие. Но поскольку в, главной, в первой главе учебников по режиссуре у нас написано про сверхидею, то остальное это уже технические детали. Даже само произведение не так важно, а важно, что оно говорит. Ну вот теперь ей пришлось пойти на сотрудничество с нами, чтобы вам облегчить Скажем так, ваши статьи. Это как это? Соня будет стучать на своих друзей? Раскольников, в этом только ваша вина, а не ее. Я же вам говорю, вы смогли сделать то, что не смог сделать я. А зачем тогда она выйдет за меня замуж? Ну, как зачем? Вы же нам тоже будете помогать. Я почему? А какой у вас выход? Я занимаюсь только тем, что первое в мире. Я тщательно к этому отношусь. А что вот первое будет в вашем фильме? Раз вы только первое все делаете. Что там будет первое? Это первое в истории кино, сбывшееся пророчество в нескольких многомиллионных странах. Ну, я уверен, что уже были а не фильмы с бывшей было? А, про... не было? А, ну-ка, пока... а ну давайте. Ну, я уверен, ну -ка что... Что назовите? -ка. Ну, я не могу назвать, но то, что А были, я это проверял я. этот факт. Не было. Не было. Ну, это с ваших слов. Как только вы, кроме общих слов, чисто конкретно, чисто конкретно, как говорили на моей бывшей работе, назовете факты, вот тогда мы будем это обсуждать. А если я... Ну, не соглашусь жениться. След, 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 Следователь на минуту опешил. Он, видимо, не очень ожидал такого поворота событий. Как не согласитесь? Вам что, не нравится Соня? То есть зритель должен смотреть, сопереживать, зритель должен рыдать. Особенно вот эта сцена, когда погибает герой, его фраза, когда он говорит. Мне говорили, что возвращается все, деньги, любимые женщины. Но со временем я понял исправно, возвращается только затвор на автомате. Нет, я... Ну, ну, понимаете, если я скажу, что я не совсем пока к этому готов, а у вас, может быть, появилась здесь другая женщина или как? Зритель идет на кино, он хочет отдохнуть. Он хочет погрузиться в этот мир. Он хочет сопереживать героем. Вот это все я дам зрителю. Раскольников вышел. Он шел по длинному тюремному коридору, и у него постоянно... Ему казалось, что он идет по, 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 по какому-то туннелю. Вдруг неожиданно в этом туннеле ему показалось, что он увидел Соню. Интересно, что она здесь делает? А, ну если она теперь сотрудничает с ними, значит, она может быть здесь. Приведу пример. Как то не странно вас удивит: очень хорошие военные драмы делают японцы, но не в фильмах, а в аниме. Причем шикарно. Они настолько сознательны, реально это берет и вворачивает наизнанку. Это реально вот за душу очень хорошо трогает. Вот это мы дадим зрителю. Дальше он увидел себя школьником в классе. Это был такой случай. Он стоял перед учительницей, учительница его отчитывала. Говорила, Раскольников, я не могу тебе поставить четверку в этой четверти. Ты не выучил э, преступление и наказание по Достоевскому. Ты не смог написать сочинение по этому произведению. Какая же может тебе быть чет четверка? Только тройка, и то с большим натягом. Он помнил этот эпизод. И как дети стали над ним смеяться. Они кричали «Раскольников убил старуху! Раскольников убил старуху!» И все дети смеялись. Раскольников закричал «Да я не убивал никакую ни старуху! Не убивал я старуху!» Он посмотрел на учительницу, чтобы он было получить от нее поддержку. Но вместо учительницы он увидел старуху-проценщицу. Она показывала на кровавый шрам на шее и показывала на топор, который лежал на столе. При этом вместо классного журнала у нее лежала тетрадка, где были записи всех ее кредиторов. Фамилия раскольник была написана красным, и, а обведена в черное. Был бы у меня 2 миллиона долларов, я бы э, вложил бы и превратил бы их в 20. Давайте навскидку-то, вот так хотя бы примерно, как, как, вот вы считаете, какой достаточный бюджет? Так, вот давайте считать, ну я думаю, что за миллион, ну это опять же со всеми наворотами, в день мы уложимся... Я не убивал старуху. Да чего ты кричишь, сказали ему сокамерники. Слушайте, мужики, по-моему, у, у него жар. Не надо к нему прикасаться. Похоже, может быть, у него вирус какой. С этими словами Раскольников рухнул на пол. Свидание Сони на следующий день не состоится. Конец. Nicholas von Mürz. This is the first Oscar and fourth nomination for Joaquin Phoenix. And the Oscar goes to. Sergei Nazarov. This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio. And the Oscar goes to... Oscar Nikolai Mikhenin. <laughs>